киноманы. Не за горами День защитника Отечества, а это значит, что мужская часть населения нашей Родины скоро получит подарок. Скорее всего, это будет ежедневник. Ну, или пена для бритья. Но чтобы наш с вами, мужики, праздник прошел так, как хочется нам, предлагаю всем дружно пойти в кино, тем более, что на этих выходных там идут настоящие брутальные фильмы. Вперед! Разборка в Маниле. Настоящий праздник для тех, чей любимый жанр – боевик. Причем, знаете, такой олдскульный. Помните, в начале 90-х, помимо фильмов со Сталлоне и Арни, выходили боевики категории «Б», в которых снимались Марк Дакаскос, Синтия Роток. «Разборка в Маниле» собрала всех уже порядком подзабытых звезд категории «Б». Невский, Дакаскос, Пьюз, Тюжев, Квантин, Тагава. Это все, вся твоя команда. Время поджимало. Да, не слабо так поджало. Сюжет. Армия стареньких наемников собирается, чтобы дать понюхать пороху плохим дядькам. Ничего не напоминает? Впрочем, это не важно. Лично я пойду в кино только для того, чтобы вспомнить о тех временах, когда лучшим подарком была кассета с боевиком. Хороших вам выходных и до встречи в самой брутальной программе «Идем в кино».